Вы на канале Техношок. По просьбам подписчиков продолжаю тему о международных выставках. Это третья часть о выставке Мосбилд. Правильно подобранные стройматериалы – немаловажная часть качественного строительства и долговечного ремонта. Мосбилд – самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов. На выставке представлено 14 тематических разделов, которые охватывают весь ассортимент материалов, инструментов и товаров для строительства, отделки и декорирования интерьеров. Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. За несколько лет проведения выставки появились и статистические показатели. По разделу строительных материалов 46% посетителей интересуются строительными материалами, 19% посетителей интересуются оборудованием и инструментом, 21% посетителей интересуются фасадами и кровлей. По разделу отделочных материалов 35% посетителей интересуются керамической плиткой и камнем, 29% посетителей интересуются обоями, 25% посетителей интересуются шторами, тканями, жалюзи и карнизами. 54% интересуются отделочными материалами. По разделу окна, двери, пол 23% посетителей интересуются оконными технологиями, 32% дверями, замками и 34% напольными покрытиями. По разделу инженерных решений 37% интересуются сантехникой, 27% электротехнической продукцией. На выставке организуются зоны мастер-классов. На этих мероприятиях эксперты рассказывают о наиболее часто встречающихся ошибках в установке дверей и о том, почему двери могут служить источником вдохновения. На мастер-классах компании «Литокол» рассказали о преимуществах эпоксидной затирки Starlike Eva и о способах облицовки во влажных помещениях. Правильность укладки плитки на сложное и нестандартное основание с применением реактивного клея «Литоэластик Eva». В рамках выставки компания «Литокол» представила свыше 10 новых продуктов, в том числе продукты, не имеющие аналогов на рынке, а также новинки оборудования для работы с крупноформатным керамогранитом. Центральное место в экспозиции занял стенд IM Group. В ассортименте компании большая линейка товаров для ванной, от душевого оборудования до аксессуаров, включая встраиваемые решения. Они отличаются уникальным дизайном, сверхпрочным покрытием, многообразием цветовых вариантов и отделок, разнообразными функциональными решениями, подходящими даже под самый требовательный запрос. А вот компания Kinglight – популярный в России производитель интерьерного освещения. Компания X-Prof – один из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций. Производство X-Prof возникло на базе крупнейшего в Западной Сибири оконного предприятия «Пластконструкция». Отправной точкой послужила идея экструдировать профили для собственных нужд и постепенно отказаться от закупок ПВХ-профилей от внешних поставщиков. Название X-Prof, ставшее впоследствии торговой маркой, произошло от «Extrusion Profil» – «экструзионный профиль» с немецкого. Я представляю компанию X-Prof. Мы в этом году в марте отметили 20-летие. Производим системные профили из поливинилхлорида для изготовления оконных, дверных, балконных, фасадных конструкций. У нас огромный ассортимент профильных систем, которые позволяют выполнять любое остекление, любого формата, любого типа. Очень большое внимание компания уделяет качеству продукции. Долговечность наших профилей составляет минимум 60 лет эксплуатации, причем в суровом сибирском климате. Компания, кстати, находится, и завод, производящий профили, находится в Тюмени. Это Западная Сибирь. Соответственно, всю продукцию мы разрабатывали и производим
учетом особенностей нашего сурового климата, особенностей домостроения, особенностей отечественного домостроения, которые также имеют место. В частности, у нас есть уникальная разработка – это системы дышащих окон. Известно, что пластиковые окна очень герметичные, и в закрытом состоянии они абсолютно не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо, это отсутствие сквозняков, то есть это хорошая теплоизоляция, но, как известно, без кислорода люди, животные, растения жить не могут. Поэтому, чтобы обеспечить приток воздуха и не создавать сквозняков, мы разработали очень хитрую систему доступа приточного воздуха через особые каналы внутри рамного профиля. То есть есть окно, в этом окне есть по периметру идет пластиковая рама, и уличный воздух попадает в эту внутрь этой рамы в особую камеру через отверстие с уличной стороны внизу, затем движется по всему периметру рамы вверх. И уже вверху, то есть пройдя полностью весь периметр рамы, попадает в помещение. За время путешествия по раме он успевает прогреваться, поэтому зимние морозы, проветривание получается теплое. То есть воздух выходит в помещение уже с плюсовой температурой, даже если на улице там минус 30 и ниже. Получается очень комфортное энергосберегающее проветривание, которое дополнительно гарантирует отсутствие конденсата, нормальную влажность, отсутствие каких-то проблем с плачущими окнами. Это главное преимущество нашей марки и наших систем. X-ON для тех, кто ценит высокий уровень жизни и спокойствие, и комфорт. Российская стекольная компания АО РСК – лидер рынка промышленной переработки стекла и производства стеклопакетов. Компания объединяет 12 заводов, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Коломне, Туле, Климовске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Краснодаре, Казани. Добрый день, меня зовут Роман. Я официальный представитель компании «Гидромикс» и завода «Гидрокорд». Мы находимся на Урале, производители высококачественных уплотнителей для трубных коммуникаций, для проходов. И занимаемся такими уплотнениями. Такие устройства выдерживают давление воды до 5 бар, то есть 50 метров водяного столба, и являются оптимальным решением для гидроизоляции прохода. Будь то в подвале здания, будь то паркинг подземный или резервуар, в любом случае, то есть там, где требуется защита от влаги. Конструктивно уплотнитель состоит из резинового сердечника, который выполнен из высококачественной резины ПДМ, которая кислот и щелочестойкая, и два слоя нержавеющей стали 5 мм, а также болты из нержавеющей стали. То есть такая система обеспечивает химостойкость уплотнителя, высокую долговечность, более 20 лет, а также обеспечивает надежность гидроизоляции. Есть сегментные уплотнители, которые выполнены по звеньям. Это немецкое производство, мы являемся официальными дилерами в России. Это компания 4Pipes. Принцип такой же. Прижимные пластины сжимают сердечник, и тем самым уплотнитель фиксирует трубу. Здесь на уплотнителе, на образце видно, как резина распирается. И видно, как фиксируется труба. То есть она очень плотно сидит. Такое решение обеспечивает герметизацию от 3 до 5 бар. Также мы являемся официальными дилерами на Урале. Компания «Квосток», это гидрошпонка «Квосток» и дилатационные устройства. Эти изделия уже применяются для гидроизоляции деформационных конструктивных швов и рабочих швов. То есть закладывается непосредственно в монолитный бетон, и за счет ребристой поверхности лабиринтного прохода гидрошпонка держит воду. То
даже интересная система, которая является в целом системой гидроизоляции подземных сооружений. Также есть еще дисплудеры для герметизации технологических отверстий на балке. Принцип такой же, как у звеневого уплотнителя, то есть две прижимные пластины стальные сжимают резиновый сердечник, и тем самым отверстия от трубки ПВХ, от тяжей опалубки герметизируются. То есть тоже актуальное решение, то есть там, где высокий подпор воды, глубокое сооружение какое-то, то есть незаменимое устройство. Компания Замбаити Парати берет свои истоки в 1973 году в Альбино, провинция Бергамо. Основатель господин Ферруччо Замбаити. Он и сейчас работает в компании в качестве президента. Непосредственным руководителем является его сын Давиде. Продукция Замбаити Парати – это виниловые тисненные в регистр обои, производимые в больших объемах. Компания патентует все свои творческие разработки, чтобы защитить их от подделок. Замбаити Парати специализируется на горячем и контурном тиснении, которое является чрезвычайно сложной операцией, когда допустимое отклонение не превышает десятой доли миллиметра. Международный концерн De Koenig Group, основанный в 1937 году, входит в топ-3 мировых производителей ПВХ-систем и композитных материалов для строительной промышленности. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии. История компании насчитывает более 80 лет. De Koenig имеет 15 заводов и 22 склада в 19 странах. В России концерн представлен уже более 25 лет и имеет собственное производство в Московской области, город Протвино.